Итак, пришел принтер, собрал, не знаю, 10 минут, подключил, флешка была. Так, вот этот пэд желтый, тут желтый, там, конечно, нифига не желтый. Вот так печатает. Тихий, вроде, я не знаю как, ну не так уж громко, вентилятор больше шумит. Вот так шпарит. Вот тут окно, половину уже, 15 минут. Что тут еще показать сзади? Вот. Так вот. У меня лампа стоит. Что еще? Отлично, что вообще, блин. Ничего не делал, просто 4 болта, 5 штекеров и привет. Пошло дело. Следующую хочу попробовать сейчас сразу. Этот, как его, диск один напечатать.